Дмитрий Левочкин и его команда известны не только в нашем районе, но и далеко за его пределами. Арт-группа 310 – автор многих картин, которые украсили неприметные объекты инфраструктуры города. За годы работы накопился огромный опыт и знания, которыми хочется делиться и воспитывать достойную смену. Человек сам будет обучаться. То есть я, по сути, являюсь просто наставником, да, и куратором этого проекта. Собственно говоря, я не буду содействовать как-то и воздействовать на человека, чтобы да, он стал моей копией. Вот. Он будет развиваться самостоятельно. То есть за счет того, что приезжать будут разные креативные люди, да, он может задать любой вопрос, который его интересует, развиваться уже по-своему. В конце сентября будет объявлен набор в студию граффити. Глава Одинцовского района пообещал посетить первое занятие и даже расписать одну из стен студии вместе с первыми учениками. Школа будет иметь ажиотаж. Многие захотят сюда попасть. Я знаю, что Дмитрий в ближайшее время уже объявляет набор в первый класс. Я изъявил желание тоже поучаствовать в первой лекции, которая здесь будет проводиться. Хочется посмотреть на талантливых людей, которые здесь будут получать дополнительные знания от такого профессионального художника. Не случайно стены, пол и потолок студии белого цвета – это, по мнению художника, идеальный выбор. В студии не только будут проходить лекции и вебинары, здесь созданы условия для того, чтобы можно было работать с красками, не боясь все испачкать. Белый цвет, он самый практичный, на самом деле. То есть его не надо, допустим, клировать, если где-то что-то испачкаешь. Да? Ты просто берешь белую краску, валик, и в течение 15 минут у тебя снова новое помещение. Сейчас Дмитрий работает над своей новой коллекцией картин. Одну из них, восьмую по счету, он подарил Андрею Робертовичу. Серия называется «The Global Rule», что означает как бы глобальное управление. То есть она о том, что современное общество, да, заблуждается в своих ценностях. То есть они как бы пересмотрены современным миром. И то, что не является самой главной составляющей для человека, сейчас становится главным почему-то. Глава муниципалитета возлагает большие надежды на деятельность студии. В городе и районе еще немало объектов, которые требуют художественной доработки. Да и в архитектурном плане у Дмитрия есть немало идей. Мы будем предлагать какие-то фасады для того, чтобы появлялись еще вот такие авторские работы. А мы, соответственно, по этим работам знали уже и надолго. Эти работы оставались в памяти вот известных художников, признанных во всем мире. Занятия в школе граффити будут проводить не только известные художники, но и режиссеры, фотографы. Это пространство станет местом притяжения известных творческих личностей. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».